Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Сегодня первый день зимы. Я вас поздравляю, 1 декабря. Ну вот, а я уже получила посылку с подарками к Новому году. И пришла она из Белгородской области от Надежды Макаровой. И вот я уже вижу, что там меня ждет вот такая замечательная новогодняя игрушка. Такой вот красивый, изумительный просто шар новогодний. Ну, как раз для моей Гжели, да, под мою Гжель. И я знаю, что Надежда сама делает елочные украшения. Ну, я думаю, может быть, это замечательное украшение сделала она сама. Посмотрите, какая красота. Бархатное. Нарядное бархатное украшение. Ну вот. Не успела Надюша выздороветь, как уже делает подарки и посылает их нам. Очень красивая. Спасибо, Надюша. А бантик какой замечательный. Просто прелесть. Так, ну что-то у нас еще там, да, есть. Сейчас мы вынем бумагу пока. Так. И у нас здесь... О! Друзья! У нас здесь орехи. Ой, какая прелесть. На новогодний стол. Наденька, спасибо. Ты вот от всей своей широкой души и замечательную такой вот шар подарила. И грецкие орехи. Ну что ж, будем делать пироги, да, печь. Ой, прелесть. Спасибо. Так, а что же у нас там еще? Так, это у нас посуда из доломита. Сейчас посмотрим, что это вот за посуда. Это для пакетиков чая. Новогодняя вещь. И она напоминает нам, что скоро Новый год, а затем Рождество. Какая прелесть. Так, ну мы продолжаем смотреть и видим что-то такое яркое, красивое. Так, сейчас мы... Вот такое замечательное полотенчико. Посмотрите, новогоднее, со свечками, с подарками. Со снежинками. Яркое-яркое красное полотенце. А какое мягенькое. У вас еще не поднялось настроение? А у меня уже поднялось. Но к этому полотенчику, в него было завернуто. Посмотрите, какая прелесть. Это шелкография. И об этой шелкографии я давно мечтала. И посмотрите, какой прекрасный рисунок. Дама. Ну и замечательная рамочка. Рамочка, я так понимаю, это металл. Сейчас мы перевернем и посмотрим. Да, это металл. И вот сюда вставлена такая замечательная вещь. Ну, вот я давно хотела такую шелкографию, просто мечтала. И Надюша мне ее подарила. Как же он подходит? Как же подходит это блюдечко к моей вот этой чашечке, да? Изумительно. Ну вот, что еще нужно на Новый год? Что еще нужно на Новый год? И чай вкуснейший с какими-то вот печеностями, с грецкими орешками.
Ну, а можно просто так, а можно что-то испечь. Украсить свою елку, свой стол или что-то шарами замечательными, да? Каждый день умываться вот этим замечательным полотенцем и каждый день думать, что вот-вот скоро будет Новый год. А когда наступит Новый год, можно будет говорить Новый год, Новый год, все время думать о празднике и создавать себе каждое утро, начинать с хорошего настроения, да? Ну и последнее, самое долгожданная, любимая моя вещь, которую Надюша купила по моим прям пожеланиям, по моим. Вот такая вот замечательная шелкография. Это важно. Чувствовать, что тебя любит. Ну, это такое счастье, такое счастье. Я знаю, что Надюша многим послала новогодние подарочки, чтобы знали, что она о них помнит, думает, любит. Ну да, и такое счастье мы можем сами создавать друг другу. Новогодние подарки для новогоднего замечательного настроения. Ну вот что может быть лучше? Спасибо тебе, дорогая Надюша. Обнимаю, целую, очень рада. Спасибо. Так приятно получать подарки. Так приятно получать подарки. А тем более... Ой, те, о которых ты мечтала. Спасибо, Наденька. Спасибо, дорогая. Ну, а я с вами прощаюсь. Короткое видео. Обнимаю всех, целую. Желаю вам замечательного настроения и получать тоже такие же замечательные подарки. Главное... И те, которых ты мечтала, и такие нужные, и вкусные. А я с вами прощаюсь. До встречи, мои дорогие, мои любимые. Будьте счастливы. И создавайте радость и себе, и другим своими руками. Спасибо. До встречи.